Здравствуйте! В эфире новости на Четвертом канале. Сегодня в рамках решения проблемы мирового терроризма президент Российской Федерации встретился с канцлером Германии. На встрече обсуждались вопросы о новой степени защиты и охраны населения. А теперь главная новость дня. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие – ваш день рождения. Дорогая Валентина, мы поздравляем вас и желаем быть счастливой, никогда не болеть и даже в дни ненастья радовать окружающих своей лучезарной улыбкой. А теперь по просьбе ваших близких прозвучит композиция, записанная специально для вас. За листом календаря не один лишь день прожитый, и пускай за ним несется череда только радостных событий. Поздравляю, Валя дорогая, с днем рождения. Поздравляю я тебя с днем рождения. Удачи, радости желаю на твоем пути. Пусть сияет свет любви. С днем рождения. Поздравляю я тебя. Вы смотрели новости на Четвертом канале. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч! За окном рассвет и на сердце тепло, стал счастливым для нас этот день. Поздравления, цветы и признание в любви, дорогих самых близких людей. Ярче свет в небесах, блеск и радость в глазах, детский смех и гостей полон дом. Звонче птицы поют, звездопадом салют, и еще добрый слов. Подводим.